Что же, я еще раз всех приветствую, братья. Ну и завершился главный поединок Марвин Виттори против Израиля Адесаньи. Ну и ничего сверхъестественного не случилось, да, там где-то я предполагал, что Виттори идет неплохим андердогом за счет борьбы, но по итогу, конечно же, больше склонялся к тоталу. И тотал больше пробился, и, собственно говоря, Израиль Адесанья забирает победу единогласным решением судей. Так что, друзья, я не знаю, все абсолютно поединки классные. Я же говорю, только Дрю Добер не зашел. Ней Диас с Леоном Эдвардсом. Эдвардс там разбивал Диаса, да? Ну как, вот я вспоминаю, еще Диас включился в четвертом, пятом раунде, короче, это жесть. Там Леона зашатало такого, казалось бы, непробиваемого, да? Диас остался настоящим гангстером, и он заслужил уважение от всех ценителей, скажем так, смешанных единоборств. Да? Ну, естественно, Израиль Адесанья. У Виттории очень мало что получалось. Из 5 раундов максимум, я думаю, Виттория забрал один от силы. Да? И Адесанья спокойно забирает победу единогласным решением судей, друзья. В принципе, недаром я вот это в последнем ролике, когда выпускал, я говорил то, что Виттори что-то, он какой-то слишком нервный, слишком это, да. И, как показал поединок, Адесанья был уверенный, друзья. И в последний момент я такой хлоп думаю, вот я еще до последнего, до битвы взглядов не брал, короче, данный поединок, по сути, по большому счету, да. И потом хлоп думаю, пару побед Израиля Адесаньи чистых, парочку в экспрессе, помню, засунул решением, вот. И, собственно говоря, что ж там еще, друзья. Ну и тот тотал больше, как бы, там пробивал, и все, друзья. Как видите, все ставки в этом карде зашли абсолютно как по маслу. Поединки великолепные, карда UFC 263, очень классный карт, друзья. Я не знаю, делитесь своими ощущениями, дайте поддержку, братья. Я очень сильно постарался на этот карт. И из скольки боев всего лишь один единственный минус только вышел по этому карду с Дрю Добером. Вот, и то я кое-где присматривался, кто того больше. Но это я уже чисто для себя. Да, я и победы убрал, не спорю, в некоторые экспрессы. Но по итогу карт просто великолепный. Получается, из скольки 14 боев, да, по сути, один минус. Ну, как бы, тут ничего нельзя сказать. Карт просто великолепный, друзья. Это большая редкость, но такое бывает. И я думаю, все остались также довольны, и все остались в плюсе. Ну что ж, братья, у меня на этом все. Будем прощаться. Надеюсь, пообщаться в комментариях. Пойду, наверное, отдыхать. До новых встреч, братья.